Приветствую всех на канале «Все про тачки». 27 февраля 2022 год. Автосалон «Рено», город Ростов-на-Дону. Цен не вижу на автомобили. Не знаю, есть ли смысл присаживаться в каждый автомобиль. Гораздо интереснее ценники. Ценники, которых не видно. Прайс-листов я не вижу. Серенькие такие, конечно, салоны. Контраст, когда переходишь из таких автосалонов, как Mercedes, BMW. Все кажется очень-очень примитивно. Да, но интересно какие-то цены узнать. Цен вообще нету. Новый Captur. Заглянем, давайте, в новый Captur. В принципе, я думаю, будет хотя бы что заснять. Менеджер к нам наконец подошел. Не знаю, давайте присядем, наверное. Новый Captur. Вот так он вас поприветствовал надписью Renault. И даже музыка. Сколько цена у него? Разная цена. Ясно. Цена, видите, как бы обходительный ответ такой. Цена разная. Дастер. Заглянем в Дастер. Ну, веселенькая, кстати, такая расцветочка. Черные диски. Мне больше черные матовые нравятся. Но тут уже, конечно, дело вкуса чисто. Смотрите, какая такая Эйфелевая башня. Красивая. Еще Дастер, он такого же цвета, помните, матрица, говорит, кошка черная, а вот еще такая же точно, так и здесь, белый Дастер и синий Дастер, в общем, окружены мы сплошными Дастерами. Немножко аксессуаров. В принципе, больше нечего снимать. А что касаемо цен, как сказал нам менеджер, цены разные. Если честно, не хочется ничего сейчас у него выпытывать.